Получили люрекс на дайвинге. 1,5 метра ширина стандартная. Эта ткань тянется в обе стороны примерно одинаково. В ширину немножко лучше тянется. В длину тоже тянется, но уже меньше. Значит, получили цвета черный, белый, пудра и розовая пудра. Смотрите, тут такой момент, что у нас был такой густой люрекс раньше. Сейчас меньше люрекса здесь, но мы думаем, что плюс в том, что он не забивает цвет в этом случае. И видно, что ткань черная, там розовая или пудровая. Хорошо видно цвета теперь. Люрекс блестит умеренно. Его тоже достаточно хорошо блестит, но уже не очень сильно, не сплошной люрекс. А видно цвет. Ткань не просвечивается. Она достаточно плотная, но не просвечивается абсолютно. Даже белая, черная тем более. Это белый цвет был. Так, белый. Вот он, белый. Серебристым таким смотрится из-за люрекса. Бело-серебристый. Следующий у нас телесная пудра. Вот такой вот цвет. Он блестит достаточно хорошо, но видно цвет. Телесная пудра. Не просвечивается, как видите. Ближе к телесному. Так, и четвертый цвет. Розовая пудра, очень нежный цвет, не просвечивается, тоже достаточно хорошо блестит. Средней плотности ткань, подходит на изделия разного плана, облегающие, мягкие трикотажные изделия, любые, платья в обтяжку, облегающие и блузочки, маечки красиво очень с такой ткани, сейчас на весну, на лето отлично. И комбинирует, и нарядные платья делают красивые. Если она мягко ложится, то есть не так, чтобы сильно струится, но так мягко ложится в складочках. Можно и драпировать легко ее.